Прощай, цыганка, кто это? Как дела у тебя? Нормально. Нормально? Угу. Жопу еще не порвали тебе? Мне жопу? Да. Нет, а что, должны были? Ну, конечно, тебе должны уже были давно убрать, разъебать такого гнойного, блядь. Ну, что я плохого сделал? Что плохого сделал? Угу. Слышишь меня? Угу. Да, да. Тебя же скоро найдут, ты еще понимаешь, какие скоро туда будут. Ты почему за нацию, почему порчишь нацию, Айдон? Ты за нацию говоришь. Я порчу нацию. Да, ты нацию беспокоишь. Блять, если кто-то там разводит... А как я беспокою? Там, как я беспокою нацию? Нет, ну, мне просто твой номер люди передали. Такой момент, смотри. Угу. Там мошенников, да, базара нет. Я там мошенников разводил, блядь, там еще. Uh-huh. Ты, во-первых, чеченцев затрагиваешь, за чеченцев там говоришь что-то. Потом ты говоришь за цыган. Ну, за цыган не без разницы, конечно, что ты там говоришь. Ты uh-huh. зачем просто, скажи мне, будь добр, вот. Чеченцев затрагиваешь, мне вот интересно. Если там мошенник есть, ну... Тебя как зовут? Что хочешь. Какая разница, как меня зовут? Я не хочу озвучивать тебе имя. Ну, как мне к тебе обращаться? А тебя вот на самом деле как зовут? Скажи мне, будь добр. Меня? Да, просто тебе, видимо, 10 отцов делали, на свет выпускали. То Илья ты, то еще вот это, там, как тебя зовут. Я просто твои ролики посмотрел. Ну, неправильно ты моменты делаешь. Если ты там мошенников ловишь, там мошенников mm-hmm. разводишь, ну, молодец, как бы, красавчик, респект тебе за этого. Ну, как бы, для чего ты после нации затрагиваешь? Каким скажи образом? Мне, пожалуйста. Каким образом я это делаю? В смысле, каким образом делаешь? Ты там пишешь банда Зелимхана, допустим, mm-hmm. это же чеченцы, ты же знаешь, что это чеченцы. Зачем ты пишешь за чеченцев вообще что-то? Ну, ты если читать умеешь, то ты можешь дальше как прочитать. Бы, нет, слушай, как бы не было, да, там цыгане, не цыгане, правильно они делают, неправильно, там, разводят, не разводят. Mm-hmm. Но, да, ну, разводят. Суть-то в том, что разводят, ты, блядь, национал какой-то, не могу понять, или как? Трогай нацию. Нацию тебя раком поставил. Ты слышишь, что я трогаю нацию или трогают нацию вы, ублюдки, которые этим занимаются? Смотри, ты, если, блядь, вылаживаешь ролики, ты хоть нации не затрагивай, блядь, вылаживай ролики, нации не затрагивай. Зачем слушай, ты дурачок, делаешь? Если вы постоянно представляетесь чеченцами, что мне это, надо запикивать, что ли, или что? Кто представляется чеченцами, скажи мне? Ну ты же сейчас... Хочешь сделать вид, что ты чеченец? Нет, с чего ты это взял, что я делаю вид? Ну, в смысле, ты что, забыл, что ты мне сейчас сказал, вот ты затрагиваешь цыгане, чеченцев, мне на цыгане пофигу, но вот чеченцы? Не, ну послушай, да, хорошо, давай, молодец, урод, послушай меня внимательно, чепушила ты ебаная, вот я давно хочу тебе сказать. Да, блачада, хас муракар, пес ты конченый, вот это... Помню. Мою мать, мою дочку, сестру, вот это вот. Ты же там, тебе все на плечи, тебе все на плечи. Да, блача, да, пес. Твою мать, и того человека, кто тебя научил этого, говорит. Ты меня, мать, ты меня святой, научил этому, его. Цыганенок. Приветствует автоответчик. Алло. Здравствуйте. А что ты занервничал, когда по-цыгански с тобой начал общаться? Прямо. Ты с кем говоришь сейчас? А, мне просто до тебя похожий номер звонил, там что-то по-цыгански орали. Это уже другой человек, что ли? Не знаю, кто там с тобой разговаривал. Mm. Много людей. Ну вот только что сейчас кто-то звонил мне. В чем вопрос? Что? Алло. Да, записываю, что... Вы же все знаете про меня. Зачем вы мне перезваниваете и это уточняете? Думаю, спрашиваю, как ты там
Да все хорошо, с каждым днем все лучше и лучше. Ну да, это хорошо, когда все хорошо. Ну да. У вас что, как дела? Да ничего, так потихонечку. Что, хуже стал бизнес? Да нет, почему, нормально. Нормально? Нормально, более-менее. Не падаем. Скажи мне, пожалуйста, по-доброму, почему ты пишешь цыгане? Имя цыгане. Там же не только одни цыгане. Я пишу по факту. Если мне когда-нибудь позвонит какой-нибудь русский мошенник, я напишу русский мошенник. Если мне позвонит какой-нибудь украинский мошенник, я напишу украинский мошенник. Если мне наберет какой-нибудь там Бэтмен, я напишу Бэтмен. Я не виноват, то, что мне названивают одни цыгане. Почему одни цыгане? Я сижу там, например, развожу то людей. Я тебе честно скажу, как есть. Да, примерно, там, блядь, ну, жизнь такая, нахуй. Ну, слушаю, да. Понимаешь, что? Не именно же цыган, на цыганскую нацию надо портить. Так я ничего не порчу. Вот ты кто, цыган? Я цыган, да. Ну, как мне к тебе обращаться? Не цыган ли? Я цыган. Ну вот, я тебя могу назвать цыганом. И ты сейчас хочешь сказать то, что я этим словом, то, что назвал тебя цыганом, я как-то что-то оскверняю чью-то нацию, что ли? А? Что? Какие? Потом, блядь, цыгане никто не будет любить, понимаешь? Я делаю эти действия, чтобы цыгане никто не любил? Или цыгане делают эти действия, чтобы их никто не любил? Ну, не одни же цыгане разводят. Да разводят. Но в случае со мной, в основном... Кто тебе? Я просто хочу спросить. Вот кто тебе научил там ругаться? Ну, меня научили ругаться такие же мошенники, как вы. Почему вы все хотите ихнюю маму там что-то там сделать? Такие же люди, как ты, меня научили по-цыгански общаться. Ничего. Скажи мне, пожалуйста, будь добр, почему ты не снимаешь, вот когда русские там, например, наркоманы, где уже мусорки лежат, спят, блядь, бомжуют нахуй. Так сказать, таких действий, понимаешь? Я не пойму. Мне сейчас пойти по городу искать на помойках каких-то наркоманов русских или что? Мошенников, блядь, закладчиков, блядь. Людей портят, блядь. Почему таких не ищешь? А зачем? Тоже? Зачем мне они нужны? Да. Зачем? Зачем мне они нужны? Ну, вот видишь. Что вот бывает. Видишь? Ты задал вопрос, я тебе ответил, зачем они мне нужны? А зачем тебе это нужно? Это людям нравится. Ну, это тоже, конечно, хорошо, когда люди меня поддерживают. Поддерживают, они тебе нормально. Че, ты прямо в эфире сейчас, не? Нет, я только проснулся, вы меня разбудили. Мне до этого звонил какой-то дурачок, тоже все за нацию говорил. Я ни слова плохого не говорю про цыган. Я говорю плохие слова про мошенников. А какой национальности он там является, мне уже без разницы. Если ты был на моем хотя бы прямом эфире хоть раз, я часто это упоминаю. Мне там в комментариях, в чате пишут, цыгане, там это кончено, это то. Я всем пишу, ребята, есть плохие люди. Люди, нации плохих нету. Если в основном цыгане мошенники, то, блин, это не ко мне вопрос, это вопрос к ним, к цыганям. Но я против них ничто не имею. Я анти-мошенник, я не анти-цыган, вы не забывайте, ребят. Я не раз это упоминал. И вот это подтягивает... Знаете, мне интересно, а я в натуре, и вот этого, который тебя научил там ругаться так вот. Это точно такой же мошенник, вот как ты мне позвонил. Да? Когда, знаешь, такой прикол есть, когда набираю сначала девочка отвечает, ну вот мужчина отвечает голосом девочки, я говорю, это ты? Да, это я. Я говорю, точно, да. Я говорю, ну там начинаю ее подтягивать за слова, это. В итоге у нее не хватает мозгов или что там. И вот она начинает кидать вот эти слова. Да, балача, да, там хас, муракар, еще, ну вот эти всякие. После этого я запомнил эти слова. Им в ответ начал говорить этим мошенникам. Их это очень сильно бесит. Просто я не пойму, почему они могут в мой адрес говорить такие ужасные слова, когда я в их адрес это слово говорю, все, у них там все кипит, все дерьмо ихнее.
Я понял, что это какие-то плохие слова, и вот я начал это употреблять. Меня научили меня точно такие же мошенники, которые жалуются, почему я так говорю с ними. Просто вот до тебя мне звонил тоже человек, говорит, вот ты оскверняешь цыгане, ты там это, цыгане. Я против мошенников. Дай какую-нибудь трубочку какому-нибудь мошеннику, который там чеченец там или русский или еще кто-нибудь. Мне вообще без разницы, кто он по национальности. Вы просто так все это преподносите, типа против цыган. Цыгане не любят. Ну, логику включи, вас-то не любят. Почему? Потому что вы этим занимаетесь. Вот и все, не я этим занимаюсь. Так я знаю, я не отказываюсь. Они и похлеще вещами занимаются. Но почему-то меня не названивают. Тебе не названивают? Ну да. Ну ты же звонишь, например, там по сайтам. Так да? Я, там же не написано на сайте. Мошенники цыгане, мошенники русские. Банк там тебе, банк звонит, там, если банка начинает, там, знаешь, какие, блядь, они хуярят, нахуй, разводят русские. Так я знаю, вот зайди на мой канал. У меня есть там ролик, он больше часа идет. Там, по-моему, с Украины был мошенник. У меня так и написано. Мошенник с Украины. Мошенник с Украины. Да, больше часа я с ним общался. Ну, ни одного плохого слова мы друг другу с ним не сказали. Тут же есть Россия, блядь, разводит нахуй. Есть. Но. Будь добр, давай так. Если ты начал этим делом заниматься. Ага. Будь добр, и пиши там, блядь, и такие русские мошенники, и, блядь, и украинцы, белорусы, и то там еще. Ну, если я буду вести диалог с этим человеком, то, конечно, я так напишу. Без проблем. Хорошо, разговора нет. Ну, я тебе так, тебя как зовут, правда? Меня? Да. Мага. Магомед. Магомед? Ага. Ну, можешь Зелимхан меня называть. Так я опасно, я осторожность веду, просто я не пойму, чего мне бояться, что я плохого делаю. Это вы занимаетесь криминалом, не я. Это жизни их учим, так тебе скажу. Ну, мне много раз уже говорили, вот, типа, мужики там в командировке изменяют женам там и так далее, там и за куска мяса там готовы деньги отдать. Тут там, без разницы, тут можно любую ситуацию так перевернуть. Попался лох, повелся лох, блядь, все, разговора нет. Да, попался лох, повелся лох, разговора нету, но... Ну, безлохая жизнь плохая, как будто ты не разводишь кого-то, как будто ты в жизни кого-то не, блядь, без лоха, блядь, кого-то, всех разбывал. Ну, может быть, так что-то и бывало, но я не знаю, там это не мошенничество. Ну, все равно же, как в жизни, всякое бывает. Всякое бывает, просто знаешь, в чем самый... Ужас вообще этой ситуации. То, что вот этим, ну, то, что вот этим мошенникам, которые вымогают деньги. Я тебе так скажу, вот я примерно, да, вот мне тоже посоветовали там, ну, там, разводить, так уездить. Да. Я все прекрасно понимаю. Это, блядь, плохое дело. Это, ну, плохое дело. Ну ты не думаешь, что тебя, допустим, на неделю найдут? Ну, лучше заработать своим трудом. Но когда бывает в жизни, блядь, тяжело так, что, блядь, приходится рисковать такой же хуй, понимаешь? Что, хочешь сказать, у тебя все плохо, что ли, в жизни, что ты поэтому начал заниматься от безысходности или что? Ну, да почему нет? Потому что, ну, в жизни тяжело бывает. Ну, понятно, что в жизни тяжело бывает, но 90% вот из вас, кто этим занимается, просто любят легкие деньги и не хотят работать. Ну, вот и все. Разговора нет. Да хуй. Чего? Да хуй, я, да, говорю. Разговора нет. Ну вот, вы же, в принципе-то, цыгане, вы же не бедно живете, у вас все в золоте везде. Ну, смотря кто, не все цыгане. Ну, фиг его знает. И вот именно вот вопрос у меня к тебе, вот этот вот, он не мог не появиться. А почему в основном, почему в основном именно... Я примерно, посмотри, я сейчас с тобой разговариваю, примерно понимаю, какой ты человек. Ты человек, блядь, нормальный человек, ты понятливый человек. Так я максимально адекватный человек. Вот по шкала адекватности у меня на максимум. Ну вот, а что я говорю? Просто когда я веду диалог вот с такими... Смотри, вот как, блядь, такие
такие, блядь, люди, кто-нибудь позвонит, там, посипают, там, блядь, да, на, ну, будь. Просто, блин, нахуй, да еще их. Просто, блядь, ну, как бы в интернет тоже выкладывать, просто сами, блядь. Я вот с недавно, да, вот с этой хуйни начал заниматься, сколько, 3 или 4 дня. Я там примерно, блядь, я вообще не сидел на этой хуйни. В смысле, ты только 3 дня начал людей разводить? Да, не, есть, смотрел, да. Мне кажется, я с тобой уже общался. Не за свою нацию, тоже стыдно, блядь. Ну, понимаешь, ну как-то, блядь, не то, что обидно, блядь, что потом... Ну, блин, вы сами виноваты. Люди, да, люди есть разные. Я еще раз повторюсь, я... Да я знаю, ты думаешь, меня не ищут, что ли? Думаешь, я ни одно... Думаешь, я ни одно место жительства уже сменил? Ты думаешь, я в полицию не обращался? Да. Этот же немножко слился, как его там звали? Ну, который выкладывал в интернет. Ворожбитов. Он... Ты тоже смотрел? Ну, я не знаю, кто там что слился, а что там случилось. Ну, его тоже там, по-моему, что-то. Телетоли убрали его, то ли хуй. Его, видишь, не слышно, ни духа, ни... А, ну, не знаю. Но мне кажется, просто там это... Дело в том, что у него, наверное, много жалоб накидали на канал, и, наверное, он не может ничего выложить. Там надо подождать время. Может быть, в этом причина. Да нет. У него бомбу нашли, ему машину бомбу. Не 20? А, не знаю. Бомбу туда подложили под машину. Он поехал на сельскую. Посмотри ролик, он был там. Ну, может быть, не знаю. Я не углублялся в эту тему. Так что, этот, Зелимхан, будь осторожен. Не, я-то осторожен. Главное, ты, если ты говоришь, что с утра дня этим занимаешься, ты просто не надо представляться никакими там мусульманами, чеченами и так далее. Представляйся лучше каким-нибудь там египтянином или еще кем-нибудь. Просто ты видел мой крайний ролик на канале, как одного дурачка поймали? Ну вот, самый последний. Ты прямо на эфире сейчас делаешь? Да нет, я только проснулся. Меня разбудили. Предыдущие вот звонили, обзывали меня. А когда будешь делать это? Прямо на связь, чтобы ты тоже сейчас зашел посмотрел? Я не знаю, я вчера очень долго был на прямой трансляции, 6 часов в общей сложности. Так что я пока устал, надо сейчас ролики попилить. Помонтировать потом, может, через денек, через два выйду. Ну, у вас много, да, мошенников у меня на Ютубе? Там, наверное, 50% это вы, да? Не сказать. Там просто прям многие мечтают, когда я им позвоню на прямом эфире, там чуть ли не плачу, типа, наконец-то ты мне позвонил, я прям ждала, когда ты меня наберешь, и давай меня по-цыгански хуйсовить. Ну, блин, смысл от этого, не пойму. Угу. Ладно, удачи тебе, звоном. Давай, спасибо, и тебе тоже. Не занимайся этой ерундой. Давай, не выставляй так много видео, хорошо, пожалуйста. Вот это видео? Ну да. Не понял, типа не выставлять какое видео? Ну, что мы с тобой сейчас делаем видео. А, так мы с тобой культурно общаемся. Ну, все равно, как бы, не выставлено, как хорошо. Так тебя по-любому-то по голосу никто не сможет узнать. Не, ну, все равно я, типа, брат, вас спрошу. Ну, я тебя обещать не буду. Пускай будет урок всем мошенникам, то, что есть здравомыслящие мошенники и воспитанные цыгане, как ты. Пускай люди это тоже знают. Не вылаживай. Так, это... Я не хочу, блин, чтобы тогда голос мой там слышал. По-любому услышал, кто-то знакомый. Ну, ничего страшного. Слушай, я сейчас не в твой адрес буду говорить, а просто какой перевод у вот этого Дабалача, да? Хасмуркар? Это что-то что-то связано с матерью, да, первое? Да, Булшида это, да. А второе, это типа кушай мой писюн? Просто в Гугле, в Яндексе нет ни переводчиков никаких, а никто не хочет отвечать. Французского языка нет нигде переводчиков. А как по-цыгански «до свидания»? Давай, до новое.
Давай до моря. Договорись. Ну, все, короче, до моря. Договорись. Давай. Алло. Братан, слушай. Можешь вот этот, как у вас, запись, как мы с тобой говорили, не вылазить? Я тебе лучше позвоню по-другому, поговорим по-нормальному. По-лучшему. Так а что мы с тобой, что мы там с тобой плохого обсудили? Не, ну я плохого ничего не говорю, но все равно, как бы, ну, понимаешь. Я понимаю, я с тобой ругаться не буду, но я ничего тебе не обещаю. Я тоже с тобой, ну, ругаться не буду, я просто поговорил тебе так по-человечески, как говорили. Я понял. Но я ничего не обещаю. Я тебе лучше хочешь через час там позвони, поговорим нормально. Это видео не указывает. А типа ты хочешь мне перезвонить и по-другому со мной пообщаться, то, что можно выложить или что? Ну то, что можно, да, выложить нормально. Я не буду ругаться, там матом не видно. Да не, я уже это. Я спать буду, я еще не спал, братан. Давай, не звони мне. Слушай, а кто тебе там на заднем плане подсказывает? Никто мне не подсказывает. Ну, мама сидит. А что он там шепчет тебе? Вы что-то меня как-то подставить хотите? Чтобы видео не выкладывало, потому что запись. Дай мне его к телефону. Телефону? Ну да. Что он там шепчет, там со мной не общается. Поговоришь с ним? Не хочет он с тобой говорить. Ну пусть тогда не шепчет. Ладно, братан, давай, я спать. Алло. Да, вот. Я тебя слушаю. Да, а это кто? Меня Беслан зовут. А мне звонили на домашний. Звонила, да. На телефон. По важному вопросу тебя беспокоил. То это? Ты девочкам вчера, проституткам звонил, дорогой. Ну да, что такое? Анкету, видимо, не читал, что там было указано. Да? Не звонить, не писать, идет обновление кассовой системы. Ты этого заметил, дорогой, либо специально туда позвонил? Не, я не видел такое. Видел, ты этого не заметил, дорогой? Не, извините, я не видел. Я объясню тебе момент, смотри, ты когда позвонил, система почувствовала с твоей стороны. Да, я знаю, объясни, будь Лёва, давай. Здравствуй, Владимир. Откуда вы знаете? Я говорю, здравствуй. Я не спрашиваю, откуда кто что знает. Я тебе говорю, здравствуй. Здравствуйте. Меня Селимхан зовут, Погонелов, мою седой. Мы с тобой лично не знакомы. У нас имеется вопрос к тебе, касаемо тебя и твоей семьи. Скажи мне, будь добр, ты вчера девочкам к проституткам звонил, дорогой? Да. Ты анкету не читал, что в описании какого девочки указано? Скажи мне, будь добр. Нет. Нет. У девочки, дорогой, было написано в описании, не звонить, не писать, и тут обновление кассовой системы. То есть, дорогой, проще тебе объяснить, выводили денежные средства. Вчера был подогрев на зону на лагерь. Слышишь меня? Да. Ты во время этого позвонил, система почувствовала, алло. Разлом или мошенничество. Алло, тихо. Здорово. Здорово. Как Булаев, Белмурод, нормально. Лугер ты, ебаный, его твой рот. Нахаматович. Габулаев. Тупушила, ебан. Мне кто-то позвонил на другой телефон. На другой телефон тебе кто-то позвонил? Ну вот, на который вы звонили. Понятно, Чепушила, я тебя понял. Ну так что, вопрос будем решать тихо, мирно по телефону, или как будем действовать? Смотрите, а почему меня Чепушила называете? Так? Почему вы меня Чепушилой называете, я не пойму. Чепушилой почему тебя называют? Жди гостей, пидор гнойный, маму твою е... В смысле? Вас приветствует автоответчик. Алло. Алло, да. Мы с тобой общались, вот сегодня утром ты мне звонил. Ага. Да. А я ж тебе сейчас с другого номера звоню, почему ты начал грубить меня, я не пойму. Ты же сказал, ты нормально вроде бы. А я не знал, что это ты. А, поэтому начал, да, опять свою телегу загонять про матерей и так далее. А это не я с тобой разговаривал. Значит, все-таки ты непорядочный, да, получается?
порядочный. Ну, потому что... Я порядочный. Угу. Что-то, судя из предыдущего диалога, когда я тебе перезвонил с другого номера, ты максимально оказался непорядочным. Я? Да. Ты тоже непорядочный. Короче, дай того человека в некотором... Ну, кто мне грубил сейчас, когда я с другого телефона звонил? Ты же находишься в этой массе этих людей. Дай мне его. Сейчас он подойдет, чтобы поговорить. Что, он уже успел отойти, что ли? В магазин пошел. Просто, блин, братан, в скобочках, братан, что бы ты ни говорил в предыдущем нашем с тобой звонке, когда ты представлялся нормальным человеком и так далее, ты никогда нормальным не будешь. Ты как был вот этим отбросом общества, так и останешься. Давай я тебе так скажу. Ты сейчас начинаешь грубить мне, да? Я не грублю, я говорю по факту. По факту нет. Ты начинаешь мне грубить. Вот. Я с тобой тоже нормально хотел пообщаться. Зачем ты начинаешь сейчас вот это? Хотел нормально пообщаться, а в итоге я позвонил с другого номера, был послан вместе со своей матерью и так далее. А можно я твою маму раком тогда буду ебать? Вот так вот. Да, булачада, пес ты конченый. Я там твою маму выебали, все собаки. Да, булачада. Тебе и твоей маме обкричали. Ты забыл, да? Ты забыл, да? Твою маму, рад, тебе ты забыл, да, как ты умолял меня не выкладывать видео? Ты забыл, как ты умолял не выкладывать видео, да? Вас приветствует автоответчик. К сожалению, вызываемый абонент сейчас... Короче, друзья, давайте подытожим. Вот этот человек, который мне сейчас искренне со мной общался, там говорил то, что он нормальный и так далее, ты конченый, ты точно такой же конченый, как и все твое окружение. Вы притворяетесь нормальными людьми, но по факту вы конченые. Все ваши слова – это полная ложь. Вот и все, запомните. И да, друзья, сейчас я обращаюсь к моим подписчикам, если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите лайком, комментарием и так далее. Короче, всех обнял. Всем пока-пока. А всем мошенникам дабла чада хас муракар. Дабла чада.